Сегодня, ребят, 23 февраля. Поздравляю всех мужиков с праздником. Что я могу сказать, да? Днем защитника Отечества, да? Расскажу сегодня вам пару историй из моей воинской, так сказать, службы, да? Служил я в вооруженных силах с 93 по 95 год. Было интересно, задорно, весело. Было все, как говорится, да, и хорошее, и плохое. Но сейчас почему-то вспоминаю вот уже по прошествии многих... Привет, ребята, всем здорово, всем привет. С праздничком хочу поздравить наших всех защитников Отечества. Всем привет, сейчас вот записал новый видосик там про армию. Как это было, что для меня армия, какие случаи были, какие там интересные... ситуации, да, заходите, короче, на канале, видео только что вышло, вот, мужики, с праздником вас поздравляю, от сердца, от души, короче, что я хочу сказать, будьте мужиками, да, будьте, я не знаю, сильными, крепкими, вот, то есть, умейте отстоять свою точку зрения, вот, так что, где служил, я служил в ЖДВ, 93-95, да, с праздником, Сергей. Спасибо большое, ребят. Спасибо огромное. Спасибо. Вот. Ролик на канале. Можете посмотреть. Там 20 минут. Ну, в принципе, историю. Там свои службы рассказываю. Там пару там историй. Там давно просили. Думаю, надо заснять. Сегодня 23 февраля. Как раз такой день, в принципе. Да, ребят. Спасибо. 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 Да. Да. С праздником. Праздником. Да. И вас тоже, мужики, с праздником. Железнодорожные войска, что ли? Да. ЖДВ. Железнодорожные войска. Как колено? Ну, побаливает, ребят, я завтра еще к врачу иду. Вот, в целом нормально, нормально, да. Вот, как колено? Получше. Вчера Вика мне еще вечером обколола его этой траумелью какой-то, там, не знаю. Вот, и на ночь сделал компресс. Так что сегодня так повеселее. Ну, побаливает, конечно, ну, нормально. Серега, с праздником. Спасибо, ребят, спасибо. Как Давидыч? Ну, Давидыч в СИЗО. Давидыча поддерживай. Ну, ребят, сейчас от моей поддержки-то мало что зависит. Там есть кому заниматься этим всем. Там адвокаты сейчас будут заниматься. Да. Давидыча. Да, день без видоса не получается. Не успел прочитать. С праздником, мужик. Спасибо большое. Спасибо. И вас, ребята, с праздником. Сегодня наш день. Серега, ты лучший. Да, это не я лучший, это вы лучший. Я-то что? Я каким был, таким остался. А что врач сказал? Восстановится. Ну, в течение месяца сказали, колено восстановится реально в течение месяца. С праздником, усатый. Ага. Если есть борода, я скажу тебе да. Здоровье, Сергей, здорово. Самое главное здоровье, все правильно. Да, с Ногинска привет. Привет, Ногинск, привет, привет. Травма жесткая, да, ребят, на самом деле это пипец, с коленом я прям попал конкретно на месяц, просто вот лишний раз даже сейчас вот хотел бы там в спортзальчик пойти по это самое, а как, ну, врач сказал, минимум месяц нельзя. Отлично выздоравливай, да, спасибо большое, спасибо. Так, что там с Андреем Афониным дружишь? Ну, общаемся, да, он у нас был на Твиче, сегодня, кстати, трансляция на Твиче будет, если разбанят, сейчас вроде бы обещали разбанить. Так что в 7 часов трансляция на Твиче будет. Там тоже поговорим, там о том, о сём. Будет интересно. Давидыч помнит добро. Поднимай хайп. Да я знаю, ребят, но все это понятно. Все это. Или Google. Что с Давидычем? Но есть информация, что вроде скоро выйдет. Посмотрим. Я не хочу сейчас этих каких-то скоропалительных выводов делать. Но там адвокаты работают, Жорин работает, все. Там большая группа людей над этим сейчас работает. Посмотрим, чем закончится. Посмотрим. Да. Всем добра и позитива. Серега, поздравь Григопольский район. Поздравляю. Картина сзади. Айс. Да. Симонелла, с праздником. Побольше подписчиков и всего самого хорошего. Все правильно. Спасибо, принято. Серега, когда в Америку? Ну, с визами надо разобраться. Спасибо за поддержку, Давидыча. Пожалуйста, что? Побрейся наконец. А чего вам так не нравится моя борода? Ну, нормальная борода такая, ну, чего, хорошая борода. Серега, вопрос, будешь ли ты улучшать качество видео? Ты имеешь в виду по поводу, ну, видеокамеры или что?
Но у меня две камеры, я вот что, по-моему, нормальное качество сейчас 1080 снимаю на Panasonic. Давай к нам в Канаду. Спасибо. Кривые усы, кривые подровнять. Да надо тоже будет в барбу сходить, усы подровнять, да. Борода нормальная, Че, Виджилинк подрался в курсе? Не в курсе. Борода и Вика скажет да. Серега, давай налысо стригись. Да нет, ну чё, при чем тут? Я и так уже постригся. Я раньше-то лохматый какой был. Сейчас смотрите, какой стильный, да? Стильный парняга, да? Вот так. Так, тебя Шилов на буксир взял. А, окей. Чё-то пока не ощущается буксира. Здорово, 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 да. Всем привет. Хотя бы стабилизатор купи. Ну, стабилизатор, может, куплю, да. Серега, ты гель? Да, это специальный гель назад делаю. Ну, а что, удобная штука. Нормально. Шилов-то перед тобой извинился. Ну, ребят, что касается с Шиловым, с Печерским, с Михалычем, я уже тогда говорил и сейчас говорю, ребят. Я уже официально это сказал. Я говорю, я всю ситуацию эту обнулил. С теми ребятами, с кем я был на ринге, оно того стоит, ребят. Мы разобрались, мы мужики, мы весь негатив, там весь вот этот вот какой-то шквал там какого-то всего, все оставили там на ринге. Это я и говорю про Михалыча, как бы он там что там тоже не говорил там или что-то. Я к нему очень хорошо отношусь. Добрый мужик внутри, вот, и Михалычу желаю только процветания, вот так вот скажем, да. Если говорить про Шилова, Шилов первый мне позвонил, это тоже дорогого стоит. Вот, и сказал, что достойный бой был, и, ну, слова там, ну, в общем, короче, нормально все. Мы с ним друг друга поняли, нейтралитет, все, понимание есть, все нормально. Вот, по поводу Печерского то же самое, дрался он достойно, да, 14 раундов, ребят, все сами видели, поэтому, ну, что это, сказать, что этого не было? Да, это было, это вошло и в мою голову, в мою историю, это запомнится на всю жизнь. Я, если честно, по боксу вообще никогда не выступал. А тут выступил 14 раундов. Поэтому, ребят, алкаш позвонил, дорогого стоит. Этот человек первый позвонил мне. Вот в конфликтной ситуации. Это говорит о том, то, что он понимает, что конфликт исчерпан, и он идет навстречу. Я это принял. Все нормально. Вот. Так что можно там долго дурака валять, но мы взрослые люди. Я считаю, что проще, наверное, обнулить это все. Вот, сегодня праздник тоже. Всех поздравляю, и блогеров поздравляю, и всех, вот, кто сейчас там смотрит эту трансляцию, там наверняка и Шилов будет смотреть. Поздравляю, Михалыча поздравляю, и Немагию поздравляю, потому что все смотрят, все следят, что я скажу, когда я скажу, как я скажу. Поэтому, ребята, не ссыте, все нормально у вас, с праздником, все, все хорошо. Ну вот, с 23 февраля, Серега. Спасибо большое. И вас, ребята, тоже с праздником. Толяна с праздником, да, всех поздравляем, да. Как называется гель? А это Тафт, по-моему, пятерочку берите, пятерку. Пятерка, она нормально крепкая такая, потому что четверка, волосы разваливаются, а пятерочка нормально. Тяшилов смотрит, ну, наверное, смотрит, да. Так, Давидыч на 2 месяца посадили, но его адвокаты говорят, что через месяц выйдет. Я слышал эту информацию, вот давайте просто посмотрим. Подождем. Что сейчас вот это обсуждать, да, через месяц? Да выйдет через месяц. Дай бог, чтобы так было, ребят. Вот дай бог, чтобы так было. В тюрьму попасть, поверьте мне, это ни хрена хорошего нет. Там за месяц может просто полная переоценка всего произойти. Там башка вообще, короче, будет это с ног на голову поставлена. Поэтому, вернее, с ног с головы на ноги, все наоборот. То есть проблема, короче. Хватит мусолить про Давидыча. Правильно? Всех с праздничком, да. Дай бог отпустит, да. Вот именно. Время покажет. Лучше уже домашний арест. Ну, лучше. Это, к сожалению, не мы решаем. Там за нас все решают. Поэтому вот так вот. Попал он, конечно, в передрягу, в такую, ну, нехорошую. Синяки Эрика видел. Но это, ребят, поверьте мне, это не от того, что его арестовали. Там, я так понимаю, это банки. Тем более, синяки вроде видели в перископе заранее, до ареста еще. Поэтому тоже нельзя говорить, что это... Сейчас вообще аккуратно надо говорить, ребят, все вот эти вещи. Я считаю, что нужно фильтровать базар. За что забанили бизнес 15 на Твиче?
А там как раз вот была ситуация с боем с этим, с Шиловым. Когда он упал на ринге, там это расценено как вроде как насилие, там я так понимаю. Вот, ну и нельзя было транслировать бой. Ну, короче, да разбанят вроде, написали уже. Вроде разбанят. Вот, так что вот такие вот дела. В Зело к нам заходите, группа в Зело. Добра и позитива. Там пообсуждаем тоже разные темы. Там ребята тоже активно обсуждают разные темы. Ну, интересно, интересно пообщаться. Вот, так что вот такие вот дела. Так что еще раз вас, ребятки, всех, всех поздравляю вас, ребята, с праздником. Привет, Ивану, привет. Включи гимн добра. Будет встреча с Хованским. Ребят, я не знаю, я в Питер поеду, если вот еще тоже нога не подведет, потому что все вот как-то так вот, все как-то хрен знает. Передай привет. Да всем вам привет. Всем вам привет. Серега, выходи в зал. Сейчас выйду в зал, да. Так и называется. Добро и позитив в зал. Да, ребята, так и называется. Да я сейчас вам покажу. Сейчас включу. Я просто, она у меня постоянно как радио работает. Штука очень прикольная. На нее вообще подсел конкретно сейчас. Вот. Нашел там по области в том смысле. Сейчас. Ультра официальные евреи, Вот где для такая вот них тема. это ужас, это вообще они, как говорится, для Вот них Зела. это И вот группа наша самый Добро большой и грех, я не позитив. знаю, человек. Так что А вот я не туда вот понял заходите. вопрос второй, какой, что я нашел, где нашел. Прикольная тема там тоже, да. Но они как-то реагируют на это Первый или... свой миллион. Да. Вано онлайн. Это у вас, так С понимаю, праздником, Серега. Да, хорошо. с праздником, да. Еще человек спрашивал по поводу, Я не могу, пишу. где ты себя нашел, может быть, Что? немного в такой связи Администратор спросил. забанил. Ребят, ну там есть правила свои определенные. Там надо себя тоже как бы вести Я нормально. Паренек из Израиля, да. Сереж, с праздником. Спасибо и вас тоже. и Да. работаю с людьми с проблемами Ждем. психологическими. Я Ждем. Да, колено нормально. Ждем, пока вылечим колено и дальше там все остальное. Конечно, сложности в том плане передвигаться. Этот гель нормально смывается потом. Да, абсолютно, как голову моешь, все то же самое. Happy holiday, Sergio. Thank you very much. Да. А кто у нас пиво тестирует? Зачем ты Если сказал, мы что будем ему так и надо? Я таких слов не говорил. Я считаю, что тестировать, несправедливо его кто у посадили. нас Однозначно, это пиво тестирует? определенные силы, у которых есть какой-то заказ или что-то такое. То есть, ну, дураку понятно, взрослые люди все понимают. Надеемся на справедливость, надеемся на то, что все-таки разберутся в этом Да, беспределе и он но я выйдет. работаю в больнице, Сергей, правда, Давыдовича я посадили? работаю в Правда, ребят, да. больнице. Махинации. Да, слушайте, можно докопаться до любого человека, тем более вспомнить, что было 8 лет назад, это и ко мне, к любому, там можно придраться. И... Я и сам-то не помню, что было 8 лет назад. Иди вспомни. О, и обыски, и все. А найти сами, понимаете, можно в квартире все что угодно. И какие-нибудь коммерческие вопросы, там переводы незаконные, еще что-то такое. Это у каждого человека есть. Мы все как бы люди, да? Поэтому косяки есть у всех, у каждого есть косяки. Вот и все. Ну, посмотрим, ладно, не знаю. Так, все, ребят, я иду в Зело. Приходите туда. Вот. Вот здесь вот будем сейчас тусоваться. Вот, группа Добро и Позитив, Зело. Заходите. Да. Все не без грешка, конечно. Все, ребят, давайте, я в Зело иду. Заходите, сейчас тут поотвечаю на ваши вопросы еще. Тут просто можно голосом поговорить, пообщаться. Все, ребята, чао, пока.